Доброго дня всім. Я з України, я Олена Марчева, художник. Я так волнуюся. Творчеством я займаюсь всю жизнь, з дитинства. З дитинства я участвую во всіх виставках, їжу по всьому світу зі своїми картинами. Я займаюсь, як художник-дизайнер, займаюсь не тільки картинами, но і ще розписью стін на домах, на вулицях, везде. Сейчас я привезла к вам сюда, с Украины, свою картину, которая называется «Незламна Украина». Мы, жінки Украины, мы дуже богаты, буду по-русски, очень много женщин Украины остались рядом со своими мужчинами, чтобы их поддерживать в эти трудные времена. Ну а с другой стороны, я хочу сказать, что наши женщины, они очень нежные, очень добрые. Они, как вся наша Украина, они только за мир. Они никогда в жизни не пожелают никому зла. И они поэтому, ну, через этот образ видно, что наша Украина – это добрая страна. Страна любви, страна позитива. Вот. И поэтому, ну, вот такая картина. Что сказать еще, не знаю все. Спасибо, девочки. Спасибо всем за эту чудесную выставку, за это чудесное мероприятие и организаторам. Всем-всем-всем. Благодарю.